Привет всем, дорогие мои зрители! В этом видео я вам хочу рассказать про аромат от марки Джон Гальяно. Аромат называется вот так, читайте сами, потому что я уверена, что я правильно не прочитаю. В общем, вот здесь надпись. Вот надпись. На флакончике есть вот такие интересные висюльки. Сердечко и конвертик. Здесь даже что-то написано. My love. Крышечка довольно-таки тяжелая. Здесь есть вот такой логотип. Как вы видите. Здесь вот так сделано. И надпись есть. Читайте сами. Может быть, вы умеете читать лучше, чем я. Коверкать языком не хочу. Вот что здесь написано. Коробочку вам хочу показать. Вот название данного аромата. Это у нас лимитированный выпуск. Вышел данный аромат в 2013 году. И вот так вот выглядят стены данной коробочки. Дно. И в середине. Просто бело, чисто. Отставляем коробочку, возвращаемся к флакончику. И хочу сказать, что вот этот флакончик я когда-то купила всего лишь за 16 евро. Это была скидка. Я считаю, что цена занижена на данный аромат, потому что аромат действительно достойный, красивый, очень стойкий, несмотря на то, что это туалетная вода. У меня раньше была парфюмированная вода, но парфюмированную воду к себе забрала моя дочь. Ей очень понравился вот этот аромат. И что хочу сказать, что она у меня опять попросила вот этот аромат, видимо, он ей понравился. Очень красивый флакончик в виде конвертика, видите, как сделано все красиво, очень-очень даже ничего. Качественный флакончик. Жидкость в данном флаконе нежно-розового цвета. Ну, вот так выглядит. В общем, вот такая вот красота. Что еще сказать? Хочу сказать, что этот аромат прекрасно подойдет девочкам 20 лет, 16 лет, как моей дочери. И, может быть, подойдет женщине в возрасте 30 лет, за 30 лет, как мне. Мне очень нравится вот эта данная композиция. Я люблю вот этот аромат за то, что он сладкий, неприторный, нежный, приятный на все случаи жизни. Можно его одевать на любые мероприятия, можно его одевать днем, можно одевать его вечером, когда вы захотите, тогда вы можете одевать данный аромат. В данном аромате присутствует, значит, пирамидка. Верхние ноты черника, бергамот и имбирь. Ноты сердца: жасмин, самбак, лаванда и турецкая роза. Ноты базы: пачули из Индонезии, капарис и мускус. В общем, что я слышу? Сейчас я нанесу, обновлю память. Я прекрасно помню, как благоухает вот этот аромат, но память надо обновлять. В общем, сразу слышится что-то свеженькое. Это может быть лаванда. И может быть, скорее всего, бергамот. Но это все очень быстро уходит, переходит в
турецкую розу. Турецкая роза тоже очень быстро уходит и приходит на смену черника. Черника очень долго ощущается на моей горячей коже, я ее чувствую. Она прекрасно звучит. Жасмин, самбак я не очень слышу. Я могу сказать, что я его практически не слышу. А пачули, ну, может быть, чуть-чуть. Можно сказать, что практически не слышу. И имбирь. Имбирь здесь играет тоже важную роль, потому что он такой яркий и звенит как колокольчик. В общем, красивый аромат. Сладко-свежий. Вот так. То есть вот такое вот описание. Группа данного аромата цветочные фруктовые. Я бы вообще сказала сладко-свежие цветочные. Ну, в общем, что, собственно, еще говорить про аромат? Больше нечего сказать. В общем, все, что было в голове, я уже сказала. В общем, вот такой вот маленький отзыв я решила сделать в этом видео. Надеюсь, что вам понравился мой отзыв. Не забывайте, что это мой личный отзыв. Вы можете с ним соглашаться и можете не соглашаться. Это ваше право. И на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого доброго. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока.